Катя, ты кого лепишь? Никого не люблю, это морковка. А, я думаю, это у тебя бетонный снеговик. Пойдем корм насыпем птичкам, а то у них там уже нету. Пошли. Я, главное, почистил дорожку специально, чтобы прошло. Можно? Давай. У вас кормушки тоже надо? Там снег. Давай, я держу. Давай. Ну все, вот так вот. И рукой можешь помогать. Рукой, вот так вот можно. По фэншую надо положить, да? И нарисовать что-нибудь, чтобы птички охотнее ели. Они зимой голодные, они так съедят все. Самые пугливые сороки, они сюда тоже прилетают, но их очень сложно подснять. Все птички прилетают? Нет, сойки самые пугливые. Самый сороки, кот. Кстати, еще кот. Кот, у которого шерсть широкая. Сороки выгоняют всех, а сойки просто прилетают и едят, но они боятся. Ага. Ладно, пойдемте дальше. Сейчас мы 5 минут не пройдет, как здесь куча птичек будет. Ну, пойдем сейчас посмотрим. Пойдем. Ага. Да. Прям целый пласт снега, да? Ну, убирай его. Нет, сейчас не уберу. Я заберу это. Еще что, курица? Нет. А что с ним будешь делать? Снеговика лепить? Нет. Я пойду дальше. Ладно. Снега выпадает много, а дороги, к сожалению, у нас не чищены. Вот есть только две колеи, которые мы вчера проезжали. Но с каждым разом становится проезжать все сложнее и сложнее. Ромашка, доброе утро. Смотри, что у меня есть. Будешь? Что это такое? Перчик испортился. Ой, а что ты его выкинула? Вот, молодец, учуяла, что это такое. Уронила. Сейчас подниму. Жуешь? Ну он мягкий, ты чё? Не морковка же. А козел-то будет? Скорее всего. Ромашка, слезь. Слезь, я не могу открыть калитку. Давай. Так. Ага. Держи. Вкусно? Клевер, ты не хочешь, да? А клеверу что-то не понравилось. Козел не учуял. Нет, что-то счастья не учуял. Счастья своего. Ромашка прям это... трещит за ушами. Угу. Нет, ест вроде, но жует что-то долго. Там банановые кожурки есть. Можно ей дать еще.
Или подожди, подожди. Ну положи ей. Смотри, смотри. Отдай ведро. Дразни. Ага. Все, 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 все. Клевер, сейчас тебе дам. Ромашка, зачем отбираешь? Ты чё? Ну какая ромашка хитрая, а? У себя не съела, решила у козла поесть, да? О, какая хитрая коза. Смотрите, какая. Ага, ага. Не проходит, да, морда туда? Не получается у козла забрать. Приятного аппетита. Ты видишь, да, что здесь ромашка делает? Она съела свое зерно и теперь, смотрю, у козла отбирает ведро. Я знаю, видишь? Да. Она пытается забрать. А ну-ка, отойди, отойди. Вот вообще, да? И главное, берет ведро и тащит. Смотри. Но она не вытащит его оттуда. Понятно, не вытащит, но просыпет все зерно, так что его туда на пол надо давать. Какая ромашка наглая, столько съела, и еще пытается у соседа отобрать. Она свое сначала не съела до того, как свое сесть и туда лезла. Сразу. Так, ромашка, все, отойди. Козел медленно ест. Да, козел что-то вот вообще со всех сторон. Там нюхает, здесь нюхает. Сейчас останется без зерна. Ромашка со всех сторон уже. Ну. Подступается. Катя, где морковка? Вот. Это вроде бы снег, а не морковка. Это сугроб. А, ну-ка. Это ты так сохраняешь морковку для кролика. Зато в целостности и сохранности. Да, пойдем к кроликам. Можно рыжику одну отдать? Можно. Он ест снег вот этот. Да, пойдем отдадим. Пойдем. Пойдем. Сможешь открыть сама? Да. Да. Я решу морковку. Он съест ее со снегом? Да, вот видишь. Угу. А ты что, каждый раз так морковку со снегом даешь? Нет, это первый раз только. А, ну-ка, что ты будешь делать? Грызет морковку. Кому еще дашь морковку? У тебя он еще есть. Мини-кнопки. Мини-кнопки? Ну, пойдем дадим. Катя им дает морковку. Дам. Вот, дам ей. Со снегом сразу? Да. Они грызут и снег, и морковку. На улице хорошая погода, но это Соня тоже. Ну, смотри. Она сейчас задание домашнее сделает, и надо ее на улицу. На речку надо сходить, мы на речке дома не были. Посмотреть, как там бобры поживают. А вот, кстати, если там замерзла вот эта вот запруда, кататься? Можно... Кататься тоже хорошо. Мы как-то, помните, там помните, устраивали? Мы взяли этот... Хворост со сгущенкой, и папа меня там на санках катал. Ой, да, кстати, я тоже помню. Да, мы там катались же. В общем, надо сходить сегодня, посмотреть, проведать, и, может, зимнюю рыбалку устроим. Только мы не там катались. Да, мы в другом месте ходим. Мы накормим животных. Мы съели. Грызуны. Мама, где еще морковку найти? Морковка там у меня в закромах. Там в огороде есть, надо копать, кстати. О, по поводу огорода, я ж забыла. Кать, пойдем капусту откопаем. У меня же капуста там еще растет. Пойдем. Какая капуста? Я честно слово, Тёма, забыл. На зиму. Мы так оставляем капусту уже второй год. Катя такая, какая капуста зима? Пойдем покажу. Иди, посмотри. А я по чесноку забыла вообще про нее.
Тёма нам чистит дорожку туда к огороду. Тут замело везде тоже. Что? Где, говоришь, капуста? Вот туда прямо вперед. Еще километра три, да? Километра три. Нет, она вот где-то вот здесь вот. Нашла, Кать? Островой зелень. Есть? Да. Нашлась капусточка. Ну, этот от снега ее убери, а я ее выкопаю. Сейчас кролики у нас будут рады. Все, капуста какая-то непонятная, что она зимой растет. Это зимняя капуста. Еще нашла? Где она? Вот она. Давай мы для начала вот это вот выкопаем. Что такое? И вот. Ой, смотри, она здесь. Какое прикольное. Ага. Я это оставлю себе. Не так просто ее и выкопать теперь уже. А лопата где? Так. Не получается. Давай ты. Капуста. Так. Крути ее. Ладно, это обычная гайка. Ага, конечно же. Ключ нужен на 140. Чего? О! Такой бывает вообще? Так лучше оно. Вот это да! Килограмма на 2,5-3. Вот зимний сорт капусты. Под снегом растет. Кроликам, Кать, пойдем раздадим? Нет, она воняет. Кто воняет? Капуста? Капуста. Воняет? Ох, как капуста. Пойдем, воняет, говорит. Пойдем. Она воняет. Ну как капуста воняет? Нет, воняет как воняет. Пойдем. Так, а ну-ка. О! Прям как дрова куришь. Прям, вот, прям с языка сняла. Она замерзла. Как раз кролики ее потихонечку. Зато свежая, она не испортилась. Она бы и так не испортилась, я думаю. Вот и все. Привет, мир. Привет, мир. Мы тут немножечко увлеклись и начали животных кормить. Как начали бы снимать уже по инерции. Ну а почему? Потому что снега столько навалило, и ты вышел, и как это называется? Инициативно? Нет. Короче, интуитивно. Сразу тебе нужно снег почистить для того, чтобы дойти до животных. Короче, в деревне начинаются суровые будни. Я думал, что за 3 дня снег выпал, и все, больше не будет снега. Нет, он каждый день сейчас выпадает. Каждый день мы чистим снег. Эти дорожки все со всех суровые сторон. Суровые деревенские будни продлятся где-нибудь еще очень долго, потому что циклон идет снежный. Прям каждый день будет снега много. Да, да. И получается, как называется, день? Как называется? Дневной день. Дневной день, световой день короткий. Да, световой день короткий, и мы быстрее все успеть до темна. Вот, короче, вышли животных покормить. Валя нарубила уже капусты. Здесь проснулся уже темно, как вы сейчас видели, наверное, по предыдущим кадрам. Мы утром выходим, уже темнеет, понимаете? Я просто в шоке. Ты пока снег дочистишь за эти животные, смотришь, уже с луна вышла. Ничего себе, ты быстро, или я такой медленный. Короче, ладно, пойдем животных кормить. Валя, кстати, выздоравливает потихонечку. Соня с желудком были проблемы, но вроде все... Живот или желудок, там да, непонятно. Да, вроде все образумилось, пару дней она дома была, а Валя вот горло потихонечку ее беспокоит, но не так уже сильно, как вот предыдущие пару дней, как минимум. Ладно, пошли кормить животных, а потом отдохнем. Сегодня у нас вроде как выходной. Катя отказалась капусту давать кроликам, сказала, она воняет. Но она не вот, знаете, мне чем она напоминает? Вот есть вот эта вот капуста бочковая. Вот у нас там в Гагаузии ее солили много, вот в такие большие катки, то есть сердцевину вытаскивают, вот там, где этот качанчик, наполняли ее солью, а потом заливали водой. И вот такой капусты, оно как будто бы квашеной. Пахнет квашеной капустой? Свежий, но она еле-еле такой, но она не воняет, ну угу. Мне не воняет. Я сегодня понюхал яйцо вареное, и что-то как-то я до этого, наверное, лет 30 его не нюхал. А тут что-то оно серое воняет. Что он такой, что Игорь, яйца? Что они воняют? Я их ел столько лет, а они воняют. Здесь тоже самое, капуста как капуста. Короче, зажимаем. Слегка такой. Это же кроликом.
слегка такой этот запах, как будто бы свежей квашеной капусты. Вот, квашеная капуста, бочковая квашеная капуста, mm-hmm. да. Ну, сейчас пойдем дадим. Одной рукой-то и не открывается. Ой, они через это, прям через сетку уже пытаются. Держите, держите. Пробуйте, воняют? Какой воняют? Нет, им не воняют. Вкусно пахнет, а посмотри на них. Через 5 минут придешь, ничего не будет. Угу. Приятно птиц. Угу. Так, а вот что здесь перевернул лицо. Ну так ходи. Держи. Держи. Это что, козе? Да. Козе надо дать и козлу. Ага. Сено дать. Они там, наверное, очисток всяких уже наелись. Да, они и сено там, я смотрю, не доели немножечко там. Много даешь, да. Так. Собирайте. Что вы там выбираете обычно? Палочки какие-то. Соль зачем закопали? Зачем соль закопали? Сами закопали соль, а теперь он накинулись на него, да? Ну все, животные покормлены. Можно и нам потихонечку домой идти, погреться, чай попить. Самим покормиться. Да, пищечку закинуть еще дровишек. И продолжать. Мама, будешь видеть, что я написала? На снегу то, что ты написала? Нет, не будет. А попробуй. Давай попробуем. Катя здесь написала «Привет». Видно, Катя написала сама. Привет. Молодец. Коленками. Коленками? Я-то думала, а почему? Нет, это у меня уже давно. Да, я-то думала, почему здесь такая дыра? Я коленками. Протёрла. Вот так ты дыру и протерла. Нет, это давно уже. Ты скажи, что с магазина было? Да. Вот я про это и говорю. Пойдем домой греться. А то у меня дырка вот на коленах. Вот это она оттуда. Не я. Конечно, не ты. С магазина бракованные вещи ее выпускают. О, Лаки, все. О. Потухло? Нет, есть маленькие угольки. Есть. Да, есть. Разгонится потом. Конечно. Пока мы животных кормили, и печечка у нас почти потухла. Ничего Горяченький борщик. А ты почему борщ не ешь? Не знаю. Катя свой рис ест с молоком.
Катя борщ не очень хочет, но борщик прям с улицы пришел. Мы, кстати, здесь пока кушаем, наблюдаем за птичками. Ой, вот опять сойка прилетела. В общем, мне кажется, они все-таки попались в наши сети, видеосети наши. Так что, если вдруг получилось, мы вам ставим. Ну, давайте. Кусочек кадры, видео, в смысле. Кадры с птичками. Ну, некоторым можно и это. Ладно, не будем о плохом. Да. Садимся. Индивидуумы все. Есть там отдельные личности. Всем приятного аппетита. Давайте кушать. Мы собрались в поход. Всем семейством. Решили, что мы давно не были на речке. Так что собрались вон в провизию. Собрали. Берем дрова и уходим из дома. Царь горы. Да? Да. А как ты держаться будешь? Я держусь. Мне кажется, ты упадешь. Поехали. Здесь такой глубокий снег и такой ветер уже поднимается. Но а речка здесь, не... здесь дорожка была, и все равно смотри, как глубоко. На мело много, оказывается, снега, тем более в поле больше снега намело. А мы хотели вон туда пойти. Да, там, где наш водопад, туда сейчас будут не пробраться нам. Есть другое предложение. Давай мангал разведем дома, да и все. Давай так и сделаем. Поехали, называется, на экскурсию. Ага. Самая быстрая экскурсия на свете. Несмотря на то, что были морозы, речка-то не замерзла. Ну вот да, на изгибах есть, но там, где бобры сделали запруду, там замерзла. Это получается, вот там они сделали, да? И вот как раз вот после нее еще речка не замерзла. Ага, здесь вот вода еще не замерзла. Как бы мы еще прогулялись? Шучу, конечно, мы выходим гулять с собакой, по вечерам гуляем по деревне. Но сейчас с дровами туда-обратно. Неожиданно так много снега. Ну и здесь по деревне-то никто не чистил, но машины туда-сюда ездят. Ладно, сейчас дома сделаем костер. Поход у нас будет такой домашний. Ветра прям посмотри, как разгорают софии. Это зеленая, наверное? Сырая, да. Сырая. Как он хорошо горит, потому что ветер чуть-чуть хорошо. Ваня, сосиска! Да, чай с черный с иван-чаем. С чем чай? Черный с иван-чаем еще. О, а сахар еще поди есть? Да, есть чуть-чуть. Ой, какой муж щедрый, сахар добавил. Угу. Наверное, не перемешал. Ага, не перемешал, да. Катя, во рту перемешайте. Катин сарказм засчитался, но очень крепкий чай. Ну, это хорошо, наверное. Ну, держите. Я попозже. Лапа, будешь чай? Нет, мяса нету, колбаса не пахнет. Лапа не будет. О, как хорошо это. Только, наверное, горячо, да? Слушай, он на морозе так быстро стынет. Ого! Горячо!
Сейчас уже застынет скоро. У меня лодка на коленках. Ну, тогда я сяду. Чай это остыл уже, Катюня, вон этот уже тепленький. Сонь, хочешь чаечку? Ну да. Да? Держи. Так. Аккуратненько. Да, помнишь? Катя как боярынь. Да, она не будет честно. Кошки чай не пьют. Да, я люблю. А почему? Какие-то птички здесь ругаются. Синицы. Держатся что-то. Да. Они такие, нет, мне больше настанется зерна. Да, вот это, походу, здесь лишнее. Ой. О, да, это лишнее. Что? Что? Прям к нам пришел? Это, может, какой-то хищник его там гонял? Так, колбаса, ся. О, ветер как раз в ту сторону, а здесь нет. Колбаски с беконом, да? Да. Нам Миша с Леной показали, мы решили еще сделать. Ну как-нибудь надо их это, надо как-нибудь к ним поехать. Ну или лучше их к нам, или они к нам, или мы к ним. 700 лет не были уже. Да, они там вроде палатку зимнюю купили, хотят на зимнюю рыбалку. Может получится как-нибудь вместе. Угу. Ой, а там одна колбаска, видишь, висит слишком. Ой-ой-ой-ой, провисла она. Сил у нее не хватает держаться. Держись, кабаха, держись. Спасибо. Сил держись. Единственная, которая там выделилась. Дождь пошел, что ли? Дождь, мокрый снег, что-то непонятное. Ветер такой, ну такой, который прям до коси. В общем, хорошо, что мы живем, считай, на природу, на улицу вышел, и можно уже сразу костер сделать, потому что мы бы замерзли сильно туда. Не знали мы, что такое ветер на улице. Дурацкий. В общем, жарим здесь колбаски и идем домой, да? Да. Немножечко наш план не удался, но все равно хорошо, что таким образом. Ох, 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 ох. Вот такой у нас ужин. На углях мы жарим вот такие вот. Нет, мы дома же поедим, Кать. Дома поедим. Не надо ничего стаскивать. Все, они готовы. Они готовы. Так. Вкусно пахнет. Очень, они очень вкусно пахнут. Это как шашлык пахнет, даже вкуснее, чем шашлык. Пробовали когда-нибудь вот так вот делать? Колбаски вот эти вот бекончиком заворачивать. Мы здесь овощи подготовили. Все-таки прибежали домой, потому что на улице очень холодно. У нас вот редька, редиска. Очень часто редька, кстати, бывает в последнее время. Угу. Уж очень она нам понравилась. Угу. И вроде как... как вкусно! В общем, у нас отказались все от гарнира. Там ни картошку, ни крупы никто никакие не хочет. Вот будем колбаски есть с овощами, с зеленью, в общем. Угу. Так, хлеба. И у нас сегодня прям такой походный ужин. Только дома. Жалко, что они на улице, с другой стороны, не жалко, потому что там так холодно уже был, вот этот вот промерзлый ветер, как это правильно? Холодный, который прям до кости. Вот, пронизывающий. Ладно, давайте, сядем сейчас. Вот такие вот, на гриле. Так, я вот это возьму, и вот это вот возьму. Вот так вот это будет вкусно. Вот. А я тоже так попробую. Что-то новое. Хотите так попробовать? Я хочу. Шикарно. Я смотрю, уже все забрали, здесь один листик остался. Сейчас я тоже попробую. О, и Катя. Что туда еще добавишь, Катя? Ну, и редиску. Редиску нарезать и положить туда. Яйцо-то не поместится, Катя. Яйцо, кстати, да, точно, давай яйцо. А, Соня, ты не будешь рядышком? Давай порежем его. Давай. Пап, мне. Давай его порежем сейчас. Так это же мое, нет? Да какая разница? Пап. Вот так и появляется новое блюдо, да? Ну сейчас я вот так вот мелко нарежу и редиску тоже. Вот сюда вот сейчас закинем. Вот так вот закинем. Ну давай твое.